Это ваши, да? Ломали что-нибудь? А, вы кто? Я из Голландии. А, из Голландии? И да, у меня зовут дело. Поймали, вы. Это... Одну только, мы только приехали. Вот, да, а, да. О, чего еще? Это судак? Горюшка. 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 Уже надолго? Давно, да. Как только приехал в Петербург, так и делал. Когда это было? 15 лет назад из Донбасса приехал. А, из Донбасса? Да, который сейчас удачно бомбят. Ха. А как узнать правду, что именно там происходит в Донбассе? Столько... А вот вы съездили туда и посмотрели, потому что СМИ хоть с одной стороны, хоть с другой стороны, всю правду, конечно, говорить никто не будет. Ага. Которых вот даже в Николаеве мы звонили, брату спрашивали, он сначала такой, да, я пойду воевать. Освобождать Донбасс от сепаратистов. А сейчас что-то не очень хочет он идти туда воевать. Угу. Видимо, может, немножечко стал понимать, что к чему там происходит. Угу. Вот и все. Может, я уже много наговорил? Нет, это интересно. А как вы видите, как будущее... Да. Алла! Поймали. Сань, 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 Сань. Неожиданно, они все... Вовремя вы. Да. Ребятишки. Опа. Iron Horse Armored Cavalry Unit with around 700 soldiers and some 20 battle tanks. The U.S. military says it is the first time it has shipped armored reinforcements to Europe since the end of the Cold War. You may ask, are the U.S. and NATO seriously preparing for war with Russia? De Russische pers is al lang niet meer vrij. De televisie is in handen van het Kremlin. En kritische journalisten worden doodgeschoten. Corruptie, wanbestuur en de smerige oorlog in de Caucasus. Daar zal je niks over horen in de nieuwsuitzendingen. Maar sinds de annexatie van de Krim gaat het nog een stapje verder. Niet alleen wordt de werkelijkheid verstopt, er is een schijnwerkelijkheid voor in de plaats gekomen. Met het Westen als goede oude vijand die overal de schuld van krijgt. We zijn aan de uitgang van de grote zaal van Mariinskog dvorca, deputaten priznawa... Het is voor het eerst in mijn leven dat ik naar een gewone, normale Russische persconferentie ga. In dit geval hier in de gemeenteraad van Petersburg. Meestal zijn die dingen totaal oninteressant. Maar deze schijnt te gaan over de bestrijding van corruptie. Er wordt al jaren over gepraat, eigenlijk sinds Poetin aan de macht is. En er komt helemaal niks van terecht. Maar goed, met die crisis komt ook steeds minder geld binnen. Dus je ziet overal in de stad zie je posters hangen met strijd tegen corruptie of betaalbelasting. Dus er is echt wel wat aan de hand. En ik vind het ook gewoon wel interessant om te kijken hoe Russische journalisten aan het werk zijn. En of er ook kritische journalisten tussen zitten. Еще хочу особо подчеркнуть об ответственности средств массовой информации. Я слушаю. Домыслы, интернет, слухи со желтых сайтов, заказные статьи, не комментируют. Андрей Заикин является вашим помощником? Вячеслав Леонидович, многие россияне жалуются на отсутствие сыра, нормальной молочной продукции, рыбы и так далее. Что делать с программой импортозамещения? Как вы обходитесь без Дорблю? Отказаться, и мы уже говорили, от хамона, от хороших виски там, и так далее, и так далее. Наш истинный патриот-россиянин всегда может перейти это на наше вологодское масло, хорошее питание, если оно идет из наших деревень, и все будут здоровы и сыты. А что делать, если кто-то не готов отказываться? Кто не готов отказываться, билет вперед в Базель, в Швейцарию, на швейцарские луга, кушать швейцарский сыр.
Навсегда, вы предполагаете? Как хотите. А кто хочет? Давайте я о серьезном поговорю. Вот это идут, я знаю, вот справа обычно они встают, такие вот наши, такие хорошие ребята, которые давно уже там, по-моему, одной ногой сидят. Мы сегодня, почему не спрашиваете? Uiteindelijk ging de persconferentie gewoon over boter, niet over corruptie. Met een paar vragen over Zwitserse kaas, om de sfeer te wekken van een normale democratie. Een soort toneelstuk eigenlijk. De bedoeling dat ik iets bij een de televisietoren van Moskou ging vertellen. Maar goed, we staan nu vast, dus ik doe het maar even hier. Een jaar geleden was er een bericht dat in Oekraïne, in de stad Slavjansk, een jongen werd gekruisigd, een jongetje van 6, door het Oekraïnse leger. En de moeder van dat jongetje was op een tank gebonden en die reed door de stad. Heel Rusland stond op zijn kop. Iedereen vond het verschrikkelijk. Het probleem was, er klopte niks van. Het is nooit gebeurd. En dat bericht staat niet op zichzelf. Elke dag komt dit soort desinformatie op de Russische televisie. Gisteren was het weer 22 vrouwen die waren verkracht in een stad door Oekraïense soldaten. Klopt ook niks van. En in een tijd waarin de televisie net zo'n belangrijke rol speelt als soldaten in een oorlog, blijft de vraag, gaan we die oorlog wel winnen van Rusland? Het is hier, daar was ik gezien, weet je. Вы будете там в студио? Yes. Да? Воскресный вечер is een talkshow waar mensen met elkaar in discussie gaan. Meestal over de oorlog in Oekraïne of het boze Westen. Het standpunt van Oekraïne wordt meestal verdedigd door een onnozel persoon, waar drie scherpe Russen dan op in kunnen hakken. De talkshow ontstond toen bleek dat mensen stopten met televisie kijken, omdat het te eenzijdig en voorspelbaar was. Met dit programma doet het Kremlin alsof discussie op de televisie wel kan. Вы можете сказать, почему вы сюда попали? Передача Владимира Соловьева очень хорошая. Актуальные проблемы решаются. А почему это хорошая программа? Очень хорошая программа. Во-первых, она правдивая. Россияне, мы, конечно, очень переживаем за ситуацию в мире в целом. Поэтому мы даже перестали, вот я лично перестала даже фильмы смотреть, всякие развлекательные передачи. А вот мы именно переживаем за ситуацию на Украине. Только новости. И только новости. Вот для меня лично, для меня новости, вести, политические передачи. У вас тоже, что вы много новостей. Тема, и я не могу пройти мимо этого всего. Да. А вы до сих пор живете в Крыму? Я в Крыму родилась, но учусь я в Москве. Наверное, вы сейчас очень рады, что Крым часть России. Он всегда был фактически частью России. Просто мы юридически мы были под властью Украины. А вообще я вот с таких вот, просто с малолетнего возраста, я всегда чувствовала себя именно русской. Вообще у меня родители из России, поэтому мы часть России, мы всегда были Россией. Яна, очень приятно. Очень приятно. Русский, английский. Голландский телевидение. Let's talk in English. Sure, it'll be a bit easier. Take a grab, take a chair. So you're not scared to be right at the center of Russian propaganda machine? No. Okay. No. Am I? Well, I don't know. You know, after I watched a whole bunch of programs
including the one about Masha, I was a little bit surprised. Thought that the Cold War is over, but definitely not. Yeah. And had a weird feeling that guys in the West, they have rather perverted view mm-hmm. on what's happening in Russian media and Russia itself. Mm-hmm. Well, that happens. What, in what way was it perverted? In the way that everyone thinks that, oh, you know, big Russian bear is back and the Russians do eat poor Ukrainians for breakfast. Mm-hmm. And we're all just one call away from Kremlin. And mm-hmm. when it's needed, Putin just pick up the phone and get right into my ear and gives us ugly commands mm-hmm. to talk, to yeah. dance and other stuff. Are there any themes that you censor yourself? You think, oh no, maybe now I go too far. Well, why should I? You never have the feeling that, okay, maybe not do this because I run what into for? Trouble. Of course not. You sure? And oh, there is help for them. Every single program when we're discussing what's happening inside Russia, corruption is one of the things, of course, and awful mistakes they make in currency regulation. It's all the time. Why should I? Or what? I'm going to be fired? It happened already in my life, and not a big deal. So it's one of those things. Should I put my general stars on? The accident with the MH17, with the flag. That's awful tragedy. Then in the first few days, there were these theories airing on Russian television, with these craziest theories, even there were dead bodies and the plane was on autopilot. Oh, come on. Why? You don't have to read, you know, there are newspapers like Daily Mail. If they write down that there is alien invasion, you won't consider it to be the truth. But this is the first channel that said that they were aiming for the Russian president because the plane looks the same. Okay, that's different, you know? That's not a crazy theory, let's be honest. Well, theory that it has been on autopilot with dead bodies is out of discussion. Yeah. I'm not a psychiatrist working on an everyday basis because that's completely insane. Yeah. So it's just not even worth discussing. Theory on whether they were hitting or targeting Airbus One, mm-hmm. or you know, whatever they call it, mm-hmm. the airplane of the president, mm-hmm. I have no idea. Mm-hmm. What I do know for certain, that immediately after this tragedy, Russian provided whatever info we had on our radars, blah, 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 whatever military we had, photos, we gave it all. Mm-hmm. And we asked certain questions that were never answered by Ukrainian side. Mm-hmm. And we asked Americans, because we do know that they had a satellite on this place at this certain moment of time to share the images, mm-hmm. to clarify what actually happened. And we don't have a response. And that's extremely strange as far as we're concerned. No one is interested in any form of real investigation. Just happened awful tragedy. Boom, 10 minutes later. Oh, we know exactly that was done by Russian-backed separatists. Mm-hmm. Why in the hell they are separatists and who told you they're Russian back? Doesn't matter. Oh no, not enough. Done by Russians themselves. Mm. Next step will be by Putin himself. Mm. Oh, of course, immediately the phone call from Kremlin itself. Ukrainian to Biden guy, Poroshenko to Biden. We have to implement additional sanctions. Cool. Mm. We have to punish Russia for that awful criminal offense. Come on, guys. Mm. Net die presentator gesproken van ja, toch de Russische staatstelevisie. Moet je toch een beetje bang voor zijn of kwaad op zijn. Maar ik vond die man eigenlijk wel aardig. Uiteindelijk, wie je ook spreekt, waar die persoon ook voor werkt. Iedereen is uiteindelijk best wel aardig, vind ik in ieder geval. En ik weet nog steeds niet of dat nou een goede of een slechte eigenschap van me is. На Донбассе снова десятки жертв среди мирного населения. За последнюю неделю погибли сотни военнослужащих с обеих сторон.
Мирным переговорам украинская власть предпочла продолжение войны, но, как обычно, обвиняет ополчение и призывает мировое сообщество ужесточить давление на Россию. Американцы сделали очень хитро. Они нацпарт. И для мира они выступают в позиции такого адвоката происходящего, точнее судьи. То есть они сразу говорят, кто прав, кто виноват. Мы оказываемся все время в положении оправданных. Maar ook de mensen die geen tv meer kijken en hun informatie van het internet halen, weten het Kremlin te beïnvloeden. Steeds meer sites worden gesloten. Zelfs Wikipedia dreigt te verdwijnen. En er is een heel leger aan mensen actief die pro-Poetin commentaren achterlaten op Twitter, Facebook en als reactie onder een nieuwsartikel. Trollen worden ze genoemd. In een gebouw bij Sint-Petersburg beïnvloeden 400 trollen 24 uur per dag discussies. Een troll die net ontslag heeft genomen, wil met ons praten. А как вы стали троллером? Нашла вакансию в интернете точно так же на HeadHunter. Просто вбивала в поиске, искала вакансию журналиста. А. Вот, долгое время причем искала. Были варианты с меньшей зарплатой, но при этом я не знала до того, как там туда пришла, и, скажем так, что это за предприятие такое. А когда вы узнали, что это, какая работа именно это была? Ну, это было понятно уже в течение нескольких рабочих дней. Да. То есть поначалу были тесты, буквально пару недель там всех приходящих мурыжат и говорят, что вот, напишите нам, пожалуйста, текст от души, что вы думаете по этому информационному поводу, а что по этому. А потом, вам нужно написать это через какую-нибудь историю. Ага. То есть откуда все берутся вот эти вот блоги, когда домохозяйка испекла пирожков и вдруг начала о политике писать. Угу. Вот, это такой заказ, скажем. Угу. Такой вот ТЗ. Отдел, который занимался сбором новостей. Угу. Вот, которые можно в позитивном ключе, скажем так, позитивно рассказать о Путине. Вот эти ага. вот все новости собирались, ага. вот, либо какие-то негативные. Это касалось негативные в отношении Америки, в отношении Украины, соответственно, в отношении Обамы, Ирака, Ирана и прочего. Ну, то есть мы должны были оставлять под своими же постами комментарии, дабы оживить обстановку. Потому что вроде как пост не просто так написан, что его читают, что есть люди, которые обсуждают, и есть люди с таким же мнением, вот, они комментируют тоже, да-да-да, конечно, Путин прав. А вот. ты был мужчина, У меня женщина? Было два мужских блога и один женский. А. Вот, то есть барышня преклонного возраста, скажем так, радеющая за, за Путина и политику. Как вообще быть мужчиной? Это не сложно? Они же другие. Да, не сложно, в принципе. То есть где-то, если это мужчина, да, посты жестче. Где-то, если женщина, то тут уже включаю барышню такую легенькую, которая пишет, ага, вот я только что испекла пирожков, ну это грубо говоря, ну женского мозга, новость с точки зрения мужика из Сибири, вот, то есть жестко где-то какими-то там фактами оперировала, да. Эти коллеги, тролли, они, в принципе, верили это мнение или они тоже им дофени? На самом деле, большинство людей, которые там работают, не придерживаются этой политики. Просто по каким-то причинам они попали в это заведение. Точно так, кто-то точно так же, как и я. Что касается пенсионеров, да, было очень смешно, и мы обсуждали с моим молодым человеком, с которым там мы познакомились, что люди от безвыходности пришли. И они рассказывают о том, что Путин правильно ведет свою политику, о том, что пенсии растут, о том, что медицина на высоком уровне, и это пишут люди, которые пришли на эту работу из-за того, что пенсии низкие. Ай. Вот, то есть как-то очень странно это все было. Это абсурд. А после рабочего дня ты иногда неплохо чувствовалась? А? Плохо. На самом деле вот это вот ощущение омерзения вот, и отвращения к этой работе, оно просто выдыхаешь, пишешь. Ну, с частыми походами в курилку, просто за компанию с ребятами, дабы выпить кофе, передохнуть, выдохнуть, поговорить с ними о том, как есть на самом деле, и пойти написать неправду.
Europe have called for a boycott outraged by a new law banning gay propaganda to minors. But supporters of the law say it upholds the views of the majority of Russians. So they cite the latest survey by an independent research organization, Levada Center. Almost half of those who took part in the vote think that homosexuality is a bad habit or a perversion, while some even believe it could be a result of a mental trauma or an illness. Er is geen ruimte meer voor nuance. Wie westerse zaken bespreekbaar maakt, is een vijand van het volk. Je bent voor het Westen of voor Rusland, is de boodschap die uit den treuren wordt herhaald. De mensen die een poging wagen, zoals Anton Kasolsky, vliegen eruit. Итак, у нас в студии сегодня те, кто против гомосексуальных браков, вообще прав гомосексуалистов, и те, кто не скрывает, что они геи, лесбиянки и представители ЛГБТ-сообщества. Итак, страна легко проживет, там, я не знаю, без альпинистов и без спортсменов. Но страна не может прожить без честной журналистики и без честного суда. And if you take these two extremes, like the ideal of journalism and when there's no journalism, like North Korea, where is Russia? А вот это, кстати, неправильная вообще линейка. То есть нету там, а что вот вы говорите там, Северная Корея, там где-то Северная Корея, Северная Корея, например, 0, а 10 это что, с вашей точки зрения? Ну, я думаю, Россия, это не Северная Корея. Нет, нет, Россия, это не Северная тоже Корея, я просто не об этом Голландия. Говорю. Да, да. Ну, то есть, условно говоря, вы считаете, что, так сказать, там, с этой точки зрения, потому что интересно, тоже ваша градация, с этой точки зрения, там, Корея, например, это единица, а 10 это что? Здесь? Голландия? Смотрите, это опять же тоже не совсем так. Вот опять же сравнивать с Северной Кореей тоже не совсем правильно, потому что северно-корейское общество, оно довольно искреннее. Понимаете, проблема ведь России заключается в том, что здесь все понимают. Зрители. Ну, я говорю, что там, так сказать, есть большое количество зрителей. Ну, опять же, это есть какое-то количество зрителей, которые этому верят. Но это сколько процентов, например? Много, довольно много, но это ничего не значит абсолютно, потому что там, знаете, каналу Fox News там верят 90% американцев. Я говорю, что мне кажется, здесь не самое просто удачное место для интервью. Есть какая-то огромная толпа разных людей. То мы можем перейти в бар редакции, где нам никто не будет мешать. Ну, или, может быть, на улице, если на улице совсем плохо. Этих... Там холодно адски и грязно. Для кады, как это, ну, мы пройдем или... потом по улице, это ради бога. Но угу. Там просто говняно. Угу. Ну, правда, там же не Майами. А почему вам неудобно было? Ну, слушайте, там... ну, просто куча народу, который сидит вокруг. Дико неприятно. Ага. Причем это какие-то не очень приятный народ еще, к всему прочему. Какие-то мы там обсуждаем с вами. Угу. А они какие-то спекуратные друг друга. А справа вообще сидела баба из мэрии, я не знаю, которая сказала, что я и настроение повышаю. У вас иногда угрозы бывают? Ну нет, ну угрозы не бывает, но просто действительно некомфортно, когда все сидят, слушают, mm-hmm. все, сейчас они все будут, блядь, это обсуждать. Ну как так можно поставить машину? Судя по исследованиям, да, больше 90% жителей Ирана ратуют за смертную казнь для гомосексуалистов. Это вы их проблемы. Вы поддерживаете? Нет, не поддерживаю. Нет, вы поддерживаете не это большинство? Не поддерживаю. Смертная казнь в России сколькими людьми поддержана? Смертная 76%. Казнь. Вы за восстановление смертной казни в России? Да. Я за. Да. Если будет по определенным видам преступления, совершенно нет, точно. Вообще. То есть вы против точно, детей, против человечества, 100%. То есть вы проголосуете за восстановление смертной казни в России, то есть против генеральной линии партии? Если общество нет, скажет... Нет, я да, вас, не да, против генеральной. Общество против уже сказало меня. Давно. Против. Общество не всегда это об этом против, говорит. Против. Я вас понял, да. Я вас услышал. Спасибо. Поаплодируем смелому человеку. Twee jaar geleden kwam Anton Kasolsky live op tv uit de kast. Hij zei dat hij homo was, maar toch net zo menselijk was als de kijkers of Vladimir Poetin. Dat kwam hem duur te staan. День, ну, когда вы
сказали на телевидении. Вы нервничали? Конечно, нервничал. Ну, конечно, нервничал. Я понимал прекрасно, что у меня заканчивается, так сказать, привычная мне карьера. Уже знали? Я, конечно, я понимал, конечно, все это, к чему это все приведет. Но это, собственно, поэтому и был совершенно осознанный выбор, потому что, то есть, это не то, что я выбрал сказать, что я гей, а я просто выбрал обстоятельства, которые мне, при которых мне нужно было уйти. Вот, потому что я больше не мог участвовать во всем этом, так сказать, чудовищном аду, который в России происходит день ото дня. Ну, вернее, так, с каждым днем все хуже и хуже, да? Я просто не мог в этом больше участвовать. Поэтому это были мои личные обстоятельства и мой личный поступок. Он был довольно громкий, но в действительности не то, что мне очень всем хотелось сказать, вы знаете, я гей такой же, как Путин. Мне просто хотелось каким-то образом со всем этим развязаться, чтобы у меня больше не было никаких шансов вернуться. De beelden van de coming-out van Krasovski zijn overigens niet meer te vinden op internet. Alsof het nooit is gebeurd. In de afgelopen 16 jaar is Poetin nog nooit zo populair geweest als nu. Dat is ook geen wonder met die oorlogstaal op tv. Rusland schaart zich achter hun president in deze tijd van oorlog. Dat geldt zeker voor de Russische dorpen, die voor hun informatie vaak helemaal van televisie afhankelijk zijn. Geloven ze echt alles? Of beginnen ze de eenzijdige berichtgeving misschien ook zat te worden? А что здесь делается зимой? Зимой? Живем? Ага. Мне не скучно, мы живем. Не скучно, да? Нет. Телевизор? Есть, конечно, компьютер есть, да. Как спутник? Ой. Какой настиль? Ну, который триколор, что ли, все ловит. Я не разбираюсь в этой технике. Ага. Мне как-то это... А что вы смотрите? Ну, мне в основном нравятся передачи. Ну, про кино не все люблю смотреть. Ага. Не все люблю кино смотреть. Ага. А новости? А, новости смотрю. Да. Ну, там обычно все одно и то же. Ага. Бомбят Украину и все. Ага. Да. Это даже перевернули, может быть, чуть. Не, у нас не переворачивают, это там. Ага. Почему-то всегда говорят, что наши войска там, но это же вранье же, мы же там ничего не делаем. Угу. У нас знакомые там живут на границе в Ростовской области, казаки наши донские. А как они? Ничего, нормально. Ага. А что вы думаете о новостях? О новостях? Да. Ну, мне кажется, американское телевидение все врет. Я так думаю просто. А почему врут? Ну, мы же смотрим, как она выступает там. Поэтому это не очень так. Угу. И про войну. У нашего 41-й год тоже врут. Войну-то мы победили. Не знаю, у нас есть на данный момент, у нас есть лидер, который ведет, который является президентом нашей страны, за которым, в принципе, можем уйти, которому, в общем-то, я после определенных событий, я ему доверяю. Угу. Почему? А за поступки, за определенные решения, и политические в том числе, за него я пойду. То есть все равно страну свою я люблю, я все равно остался тем же русским. Немного, конечно, разочарованным в некоторых вещах, но это моя страна, это моя родина, я здесь родился, я дышал всегда. Этим воздухом мне силу дает эта земля. А какие новости вы смотрите? Российские или зарубежные? Да я вообще не смотрю новостей. Я вообще не смотрю новостей. Нет, я не смотрю. Наши новости я тоже не смотрю. Зарубежные тоже не смотрю. Бывает, вылажу на политические различные сайты, читаю статьи. Ну, естественно... Все с них не беру, а определенные моменты, конечно. А когда вы перестали смотреть? Давно уже. Я еще в армии служил. А скажите, пожалуйста, тебе трудно, что России очень плохо понимали за рубежом?
Ну, не грустно, если будет. Ну как, это не то, что не грустно, это неприятно, конечно. То есть, это неприятно наблюдать такое. То есть, мы же не несем никому, мы не были никогда завоевателями. Россия не была завоевателями. Не мы шли на немцев, мы оборонялись, мы отстаивали свое. Мы друг друга-то не понимать-то, получается, стали совсем недавно. И не понимаем мы не потому, что у меня есть какое-то сложившееся там отношение там, к Западу. Или у Запада непосредственно ко мне какое-то отношение негативное, ну или позитивное. То есть решить это надо, тогда нужно убирать вот эту информационный весь мусор, который выливается на нас. И участниками которого потом процессов, которые он поднимает, мы становимся. Здравствуйте, я русский оккупант. Это моя профессия. Doordat televisie steeds minder belangrijk wordt, verschuift de propaganda steeds meer naar het internet. Dit filmpje, dat geretweet werd door de Russische premier, is al meer dan 8 miljoen keer bekeken. Там нельзя продавать женщин за вязанку соболиных шкурок, как это было до русских. Я оккупировал Прибалтику. Ее хутора я застроил заводами и электростанциями. Прибалтика делала высококлассную радиотехнику и автомобили, славилась духами и бальзамами. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там добывают шпроты, а часть населения чистит унитазы в Европе. Я оккупировал Украину. Вместе с украинцами я строил авиадвигатели, корабли, танки и автомобили. Меня попросили оттуда уйти. Теперь там разрушают все, что осталось от оккупанта. При этом там не строят ничего нового, кроме бесконечных майданов и диктатуры. Да, я оккупант. И я устал извиняться за это. Я оккупант по праву рождения. Я агрессор и кровожадный урод. Бойтесь. Officieel vechten er geen Russische soldaten mee in Oekraïne. Journalist Tatjana sprak met een van de omgekomen strijders en zou ons met de moeder in contact brengen. Op het laatste moment besluit de moeder niet met ons te praten. Haar zoon ging een paar maanden daarvoor dood in Oekraïne en ligt nu begraven op het kerkhof van Kroonstad. Это он. Октябрь. Значит, он начал воевать в сентябре. В общем, погиб чуть не в первом бою вообще. Ага. А Женя уехал, никого не спросив. Он просто вошел в социальную сеть, ВКонтакте, заполнил анкету, дождался, чтобы ему исполнилось 18 лет, оставил на холодильнике записку маме, что «мама, я уезжаю к другу в Ростов». Папой. От армии? Нет, а какой от армии? От армии не может. Он же не был в армии. Угу. Он же доброволец. Это же все... Это же все неофициальное. Но они послали тело в Россию? Нет, в том-то и дело, что собирали деньги на то, чтобы привезти тело всем околоткам, чуть не всем Кронштадтам. Никакие структуры российские не помогают доставке тела. Значит, они сами деньги... Да, конечно. В России очень распространены так называемые военные исторические клубы. Они бывают разные. Бывают это такое очень, ну, хорошее место, где
люди чтят память павших в Великую Отечественную войну. Вот. А есть такие просто военно-патриотические клубы, у которых культ силы, культ войны. Если и вообще всегда, и в последнее время это опять обострилось, угу. Понятие патриотизма в России почему-то связано не с тем, что у нас хорошо жить в нашей стране, безопасно, что у нас можно получить хорошее образование, угу. медицину или прочее, ну что мы сильные, у нас много танков, и нас все боятся. Ну, конечно, невозможно не жалеть мать, понятно, в этом тут говорить угу. не о чем. Но с другой стороны, когда я ее спрашиваю, Жанна, а как вы считаете, вот только ваш сын не должен был туда ехать? Или вообще не надо было туда посылать угу. солдат? И она отвечает, ну нет, ну как же, ну надо же им помочь. Более старшие должны туда ехать. То есть угу. Вот в чем дело. Ага. А можно как грубо сказать, что он погиб из-за пропаганды, или это думаю, не так? Ну да, я думаю, именно так. Я думаю, что кровь лежит просто. Я считаю, что журналисты, которые занимаются этой пропагандой, они имеют руки по локоть в крови. Это их вина. De propagandaoorlog woedt niet alleen in Rusland. Ook in Oekraïne heeft Rusland er een belang bij dit land te destabiliseren. In Lviv, de meest Oekraïnse stad in het westen van het land, liepen we tegen een demonstratie aan die niet was aangekondigd. Здравствуйте. Это голландское телевидение. Вы можете сказать, что это за демонстрация? Сам Рено Анатолію Миколаєвичу. Це є комісар Центру філософії правового самозахисту громадян. Він дуже багато цікавих речей вам по тарифах може сказати. Шановні львовяни, я думаю, вже цими корешками всіх достали. Довго ждали, ждали, но достали. Это вакханалия. Ви можете сказати, о чому зараз демонстрація сюди попали? Проти підвищення тарифів. Mm-hmm. Бо я це нюк такі тарифи нам закатав, що ужас один. У мене навіть моєї пенсії не хватить, щоб мені оплатити ті всі тарифи. Ви самі з Львова? Я живу біля Львова, маленьке містечко Винники біля Львова. А чому ви сюди попали? Я прийшов сюди для того, щоб висловити свою позицію. Не згоден я з діями нашого уряду. То йде просто геноцид української нації, можна сказати. Ті всі завищені тарифи на комунальні послуги призводять до того, що люди не мають за що їсти купити. На державу я не розраховую. Я розраховую тільки, що під тиском людей, під тиском. Спочатку мирним тиском. Якщо не вийде, то прийдеться переходити до більш радикальних дій. Таке, як було на Майдані 2000, ну, рік тому, два роки тому. Het is echt om gek van te worden, deze hele serie al, dat je niet weet wat je kan geloven. We zijn hier bij een demonstratie tegen de regering. Hartstikke leuk. Ik haal wat citaten. En daarna spreek ik onze assistent hier. En die zegt, waarschijnlijk is deze hele demonstratie nep. Betaald door de Russen. Alles is in scène gezet. Ik kan het moeilijk geloven. Volgens mij, die jongen die ik net hier sprak, het kwam echt uit zijn hart. Maar ik weet het niet zeker inderdaad. Misschien is dit één grote... Фасади. Здравствуйте. Это голландское телевидение.
А можете сказать, почему вы сюда, почему не хотите? Это же, ну почему? Ну как, почему вы здесь попали? Вы не можете сказать? А почему, что вы думаете сейчас о демонстрации? Подвешение цен за много платить грошей. А вы? Так же самое. Все самое? Вам не платили, чтобы здесь побыть? Нет. Нет? Нет, еще нет. Ну так бывает, а что? Нет. Нет? Может, не бывает, как на то-то. Не так? Не у Львове. А. Ви від мене що хочете? Спитати, чому ви сюди прийшли? Я людей чекаю, ясно? Извините, це голландське телевізіння. Ми йшли, ви теж журналіст. Так, так, так. Можна вас на пару попросити? Можна, зараз я той свій шлемак з'їм. Ми сюди попали. Спочатку ми думали, це... реальная демонстрация, но сейчас мы не знаем, может быть, люди платные или нет, это непонятно нам. Я не первый раз на демонстрациях, да, и как журналист я сегодня видела, как писали списки людей, которых сюда пригласили. Угу. В интернете тоже была информация, что за деньги можно перейти. Ага. И именно факты, когда платили деньги, я этого не поймала, потому что они все спрятали. Но очень много здесь людей, которые, ну, если так сказать, они среди молодежи и среди старших людей, которые такие асоциальные, да? Да. Очень много пьяных, да, было. Да, да, да. И поэтому я считаю, что эта акция была быстрее всего проплаченная. Ага. Но вместе с тем, да, есть часть людей старших, которые пришли, услышав объявление, потому что тема тарифов огромных. Ждете, да, сейчас зарплата? Ждете зарплата? А кто здесь будет платить? Пока не знаете, да? А вы не знаете, кто будет здесь платить? Нет? Извините. А вы не знаете, кто будет платить здесь? Никто ничего не платит. Я пришла с колледжа со своими детьми. Я хочу их пересчитать и поехать в автобусе вместе с ними, чтобы никто не расходился. Я не разумею, чего вы тут ходите и чего вы тут вообще говорите. Я зараз ту камеру нахуй разобью. De hele serie was ik niet bezig met wat mensen zeggen en hoe ze het zeggen. Maar vooral, is het wel waar wat deze mensen zeggen? En zijn deze mensen wel echt wie ze zeggen dat ze zijn? Dat is misschien het geniale van de propagandamachine van het Kremlin. Ze dringen je niet hun eigen waarheid op, maar verspreiden zoveel leugens dat je niet meer weet wat waar is en overal aan gaat twijfelen. Leugens waar de dommeren in geloven en de slimmeren cynisch van worden. Thanks for watching the video. You can of course look at the next episode, or you can look at the other recommended series, and don't forget to subscribe to our channel.